Добрый день. Меня зовут Мишин Вадим. Мы с вами в орнитарии в Сокольниках, в стационарном отделении нашей клиники и приюта для диких птиц. Сегодня я хочу вам представить нашего питомца, нашего, так сказать, пациента. Вот, это грач. Это грач. Его зовут Гриня. Вот, ну, это созвучно, это понятно. Почему мы именно сейчас решили поговорить? Птицы не экзотические, птицы вы все видели. Кстати говоря, грача многие путают с черным вороном, с серой вороной. Так вот, в отличие от вороны, грач абсолютно черный. Но в отличие от черного ворона, у грача есть кожистое вот такое основание клюва, видите, серенькое. Вот эта серенькая замша его отличает от черного ворона. У черного ворона клюв более массивный, и он гладкий абсолютно. А у грача нет, у грача вот есть тут серенькая. Таким образом, мы можем их отличать друг от друга. Так вот, почему мы говорим о Грине? Потому что здесь достаточно типичная, но интересная и, наверное, общественно важная судьба. Эта птица попала к нам с пулевым ранением крыла. Пулевое ранение, оно задело кости. Вот, это вот стук, это у нас стучит желна, которая у нас живет. Дятел не может не стучать, поэтому отнеситесь к этому с пониманием. Так вот, у него прострелена кисть. Эта кисть была прострелена, и рана, скажем так, уже стала старой. Начался некроз костей. И пришлось эту кисть птице ампутировать. Таким образом, она стала нелетная. Теперь Грини, конечно, останется у нас в орнитарии. Он будет у нас вместе с другими врановыми, с другим грачом. И, может быть, проживет у нас долгие-долгие годы. Так что пожелаем ему все-таки здоровья, насколько это возможно. Но летом он уже не будет никогда. До свидания, всего доброго.